Здорово, бандиты. Хотели новый влог? Ну вот он. Отгадайте, кто за мной заехал сейчас? Вот он. Мы сегодня, короче, в городе были. Сегодня такой странный день был. Мы уже по друг другу соскучились. Но мы не голубые. Короче, мы сейчас спустились вниз с него домой, сейчас просто посидим там, порасслабляемся, покурим кальян, как вы можете заметить, он там делает его пока. У меня какое-то настроение сейчас тугое, да и у него тоже, и мы какие-то убитые немножко. И вот что-то в таком духе, просто сейчас пообщаемся. Наверное, у вас тоже такое бывает, когда вы с друзьями там, ну, вечерком где-то собираетесь, просто в небольшой компании, тесный круг, и просто общаетесь, знаете, как-то приятно. И никуда не надо, вроде никуда не хочется, просто хочется посидеть, пообщаться. Одет как бомж, боже мой. Хотя это называется вроде как бы casual style, знаете, всякая гав. Хотя я одет как бомж, я это признаю. А, вообще жесть, просто оранжевая майка. Короче, ребят, знаете, то, что я и мой друг, то есть в этом году мы идем в колледж. Мой друг идет в UCLA. UCLA, это, короче, в Лос-Анджелесе, то есть вообще на другом конце Америки. И да. Да. Я думаю, то, что многие из вас знают актера Джеймса Франко. Это тот чувак, который играл зеленого гоблина, Green Goblin in Spider-Man, I believe. Yeah. Знаменитый чувак, он актер, то есть и дело в том, что он преподает один из классов, который находится в UCLA, который находится в его университете. То есть, представляете, блин, там актеры преподают, мать его. Как бы для нас это необычно, а здесь это привычно. Но это тоже круто, знаете ли, у меня. В общем, ребят, короче, вы, наверное, меня не видите, ну и хрен с ним, вы же меня слышите, правильно? Ну, я, короче, еду домой, во, все. А ну чё, вот я уже и дома, и на часах сейчас 3:42, то есть обычно я возвращаюсь где-то под утро домой, сейчас же тем более лето, и все в таком духе, поэтому нормально. Короче, мы опять в тренажерном зале. Хотите прикол? У меня, короче, просрочен был абонемент сюда. Я подхожу, говорю, я типа забыл его, можете проверить мое имя. И он говорит, последнее имя называй. Я начал называть. Он запутался, короче, у меня же оно не американское. Он говорит, просто иди, короче, и занимайся. Капец. Капец, устал. Сейчас поиграем немножко в баскетбол. Давно не играл. Соскучился по мячу. И он, походу, тоже давно не играл. Вот так вот меня лучшие друзья провожают. Could you say it again? Let me show you kids. Это нормально. И все. А, ну, я думаю, я должен это сделать.
I'm gonna put it in, you know that, yeah, right? Yeah, fucking put it in. I want everyone to put that in. You better fucking. I want everyone to see my nibble. Peace out. Peace out, Girl Scouts. Nope. Jesus, one. Like, I ну, примерно так и выглядит американская комната. Опять зашли внутрь, вниз, там, где я был недавно. Помните, да? Только уже еще с ним. Ла-ра-ра-ра-ра. It's the motherfucker. Wait, am I doing the? It's the one and only LCWP. Leon Powers, motherfucker. La da 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 da. It's the LC. Oh fuck. La da 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 da. It's the one and only LCWP. Leon Powers, motherfucker. How do you get it to stay like that? Wait, Adele, how do you get it to stay like that? It'd be so cool if this is like... Was that one harsh?